Добрый день. Снимаем Рено Центр. Здесь у них машины на парковке. Обновились. Очень много машин здесь получается. Где-то больше 100 есть. 100-150, наверное, точно есть. То есть вот. Выбор хороший. В принципе, приезжайте сюда, смотрите. Вот адрес находится в Астане на левом берегу. Туран 73. Вот городской номер. Звоните. Тут машины с пробегом получается от 1 600 000 начинается и выше понеслась там. Так, первая машина у нас Элантра, 12 990 000, 21 год, 1.6, 23 километра, автомат, передний привод, Элантра в салафане, короче, абсолютно новая машина. Но уже с пробегом. Так. Я так понимаю, у них, как и везде, есть трейды, на обмен, доплаты и так далее. Варианты в кредит, рассрочку в любом случае есть. Звоните. Какая машина вас заинтересовала, сами уже поинтересуйтесь. Так, дальше у нас Элантра. Так, это у нас тоже Элантра. Ценника нет. Вот еще одна Элантра. Новая. Ценника нет. Вот так. Спортич. Kia Sportage. 13-й год. 2 объем. 200 тысяч пробег. Автомат, передний привод. Цена 9 090 000. 2 литра объем. Вот так салон. Пишите в комментариях, какие салоны нужно снять, какие машины, в пределах какой суммы, с какого вы города, страны, как у вас там цены. Поделитесь информацией в комментариях. Потом, кто что думает по снижению цен на машины, по поводу новостей об утильсборе в Казахстане. На сколько процентов будет падение, насколько подешевеет. То, что его уберут совсем, это навряд ли. Но то, что проценты упадут, говорят, но никто не знает, насколько. Ну, платеж имею в виду. Ну, будет, наверное, незначительно получается, потому что нужно защищать свое производство, поэтому сильно ронять не будут. Так, цена получается 4 190 000, Honda CR-V, 97 год, 2 литра, объем 400, так, полный привод. Автомат, пробег 400 тысяч. Контакты есть. CR-V. Левый руль. Вот салон. Сзади запаска. Фаркоп. Вывод на прицеп. Электрики. Так, Lexus RX 330. Цена у него 7 590 000, объем 3.3, бензин 168 000 миль, автомат, полный привод 3.3. Леха. Lexus. Ну, салон, видите, такой. Кожа уже подшатанная, уставшая. Так. Семь миллионов 590 000. Так, Volkswagen Polo. Volkswagen Polo. 5 790 000. 15-й год. 1.6, 231 тысяч пробег, автомат, передний привод. 15 год, 5 790 000, пола. Еще раз адрес, вот. Астана, проспект Туран, 73. Вот контакты, сюда вот звоните.
Рено Центр, это в общем по Турану. Кто-то там просит в комментариях снять до 1 000 000 тенге машины, но извините, таких машин в салонах уже нету. Ну там только вот где метро есть, там, ну вы сами видели, какие там машины до 1 000 000 тенге. До 1 000 000 тенге сейчас выгоднее пешком ходить уже. Так, Toyota Camry 3 890 000, 2.2 объем, 380 тысяч пробег, автомат, передний привод, 2000 год, 22 года машине. Салон требует химчистки. Походу эти машины еще лет 30 проживут и никогда не умрут. Так, Chevrolet Aveo 2 590 000, 2012 год, 1.6, 230 тысяч пробег, механика, передний привод, 2 590 000. Пишите в комментариях, какие салоны нужно снять, еще раз повторяюсь. Какие машины нужно снять, марку, модель пишите. Потом напишите, какие цены у вас там в городе или в стране, где вы находитесь. Чтобы мы тоже понимали, что вообще творится с ценами. Ну, поделитесь мнением, опытом и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я дальше продолжаю работать. Спасибо.